Расходы чиновников под жестким контролем. Депутаты областной думы приняли проект закона, предложенный губернатором. Теперь ежегодные декларации, которые сдают государственные и муниципальные служащие, будут тщательно проверяться на достоверность. Контроль расходов также будет осуществляться за супругами чиновников и их несовершеннолетними детьми. Эту новацию местным властям предложили московские коллеги. Принятый документ определит исполнительные органы, их структурные подразделения и должностные лица, которые будут обязаны предоставляемые декларации перепроверять. Это будут осуществлять специально создаваемые комиссии, и, собственно говоря, они получат возможность обращаться в том числе и к правоохранительным органам за содействием в проверке достоверности тех сведений, которые будут в соответствующих декларациях.